Течешь, как река, странное название, и прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда. Пешеходы твои, люди невеликие, каблуками стучат, по делам спешат. Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия, мостовые твои подо мной лежат. Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия, мостовые от любови твоей вовсе не излечишься. 40 тысяч других мостовых любя. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество, никогда до конца не пройти тебя. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество, никогда до конца не пройти тебя. Спасибо большое. Ну вот многие знают, большинство знает, а тем, кто не помнит, я напомню, что вы подпеваете во весь голос в свое удовольствие, потому что я пою классику всем вам хорошо известную. И, в общем-то, совместное пение всегда поднимает настроение в несколько раз. Так что пойте, если вы знаете слова, а если у кого-то нет слуха, просто с душой пойте и все. Ах, какие удивительные ночи, только мама моя в грусти и тревоге. Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий? Что ж ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий? И станцует.
правая тоже, просто тут скромнее сидят люди такие. А здесь уже хорошо, уже выпили свое здоровье, уже все отлично. Нет, на самом деле все хорошо поют, спасибо большое. А, ну вот, продолжаем Булата Акуджаву, мою любимую песню, которая сегодня посвящается всем вам, каждому сидящему в этом зале. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь ко гости мои на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. Земле этой вечной живу. Никогда заклубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву. Синий буйвол и белый орел, и форель золотая. Доживу до своего какого-нибудь там юбилея столетнего и буду уже к нему на концерты приходить. Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов хорватских и к зарю, чтобы были ваши кисти словно листья. Словно листья к ноябрю, окуните ваши кисти в голубое, по традиции забытой городской, нарисуйте прилежно и с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской, нарисуйте прилежно и с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской. Пусть начнется, что еще не началось. Вырисуйте, вырисуйте, вам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. Вырисуйте, вырисуйте, вам зачтется.
зиму и весну. Ничего, что вы чужие, вы рисуйте. Я потом, что непонятно, объясню. Ничего, что вы чужие, вы рисуйте. Я потом, что непонятно, объясню. Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов арбатских и к зарю. Решила, что поскольку я пою все свои самые любимые песни, вот сейчас пою еще две любимые песенки из альбома «Биография». После него я ничего не записывала, поэтому я его до сих пор называю новым, хотя он вышел в 2016 году. И я считаю этот альбом таким памятным, очень для меня важным, потому что он вышел еще при жизни моего папочки. И папа был на презентации здесь, в этом зале. И я эпиграфом взяла строчки из его стихотворения к этому альбому. А там записаны песенки, которые в моей жизни занимают совершенно особое место, ассоциируясь с какими-то разными важными или пустяковыми моими моментами моей жизни от детства и до сегодняшнего дня. Не буду рассказывать, какая песня с чем ассоциируется, но вот две песенки из этого альбома сейчас спою. Александр Дольский. Мне звезда упала на ладошку, спросил, откуда ты? Дайте мне передохнуть немножко. Я с тобой летела высоты, а потом добавила, сверкая, словно колокольчик прозвенел. Не смотрите, что невелика я, может быть, великим мой удел. Вам необходимо только вспомнить, что для вас важнее всего на свете. Я могу желание исполнить, путь не близкий, завершая этим. Знаю я, что мне необходимо, мне не нужно долго вспоминать. Хочу любить и быть любимым, и хочу, чтоб не болела мать, чтоб на нашей горестной планете только звезды падали с небес, были все доверчивы, как дети, и любили дождь, цветы и лес. Чтоб траву косой, как встарь, косили, каждый день летали бы до луны. Чтобы женщин на руках носили не было болезней и войны. Чтобы дружба не была обузой, чтобы верность в тягость не была, чтобы старость не тяжелым грузом мудростью бы на сердце легла, чтобы у костра пропахнув дымом эту песню тихо напевать. А еще хочу я быть любимым, и хочу, чтоб не болела мать. Говорил я долго, но напрасно, долго, слишком долго говорил, не ответив мне, звезда погасла. Было
нее немного сил. Спасибо большое. А еще одна песенка из альбома «Биография» связана с моим пионерским лагерем. Пионеров много тут? Прекрасно. Ну, у всех разное было пионерское детство. У меня оно было очень счастливым. Я 4 года ездила подряд, 4 года подряд ездила в один и тот же пионерский лагерь. Не каждому так повезет, потому что он находился под Сочи, на Черноморском побережье. И мы с вожатыми в тихий час купаться ходили. Вот, потом играли в пионербол, у нас были всякие вечера танцев, песен. И там я узнала одну песенку, вот, которую я сейчас собираюсь петь, которую вожатые наши сказали, что это написали другие вожатые из другого лагеря. Вот. То есть автора никто не знал. И называлась она у них «Вожатский вальс». Мы ее пели на всех наших таких вечерах песен. И только лет назад, лет 10 назад, я познакомилась с автором этого произведения, настоящим автором этого произведения. Он последние годы своей жизни жил в Америке, и я познакомилась с ним на одном из слетов авторской песни, американском, КСП-US. Там с КСП очень хорошо все. Вот, да, они песни наши берегут лучше, чем мы сами. И там меня подвели к такому милому, скромному, застенчивому пожилому человеку и сказали, вот этот человек, зовут его Наум Лисица, есть автор тех самых знаменитых пионерских песенок, многие из которых мы с вами поем и считаем, что это музыка народная, слова народные, да, или вожатские. Вот, я сочла своим и долгом, и большой радостью эту песню тоже записать в биографический альбом, потому что это мое пионерское детство. «Наум Лисица», «Вальс в ритме дождя» она называется на самом деле. Солнца не будет, жди и жди, третью неделю льют дожди, третью неделю наш маршрут с доброй погодой врозь. Словно из мелких, мелких сил, третью неделю моросит, чтоб не погас у нас костер, веток подбрось. Словно из мелких, мелких сил, третью неделю моросит, чтоб не погас у нас костер, веток подбрось. В мокрых палатках спят друзья, только дежурным спать нельзя. Сосны качаются во тьме, словно орган гудя. А у костра ни сесть, ни лечь, как не устанет дождик сечь. Слушай, давай станцуем вальс в ритме дождя. А у костра ни сесть, ни лечь, как не устанет дождик сечь. Слушай, давай станцуем вальс в ритме дождя. В небе не виден солнца свет, в небе просвета больше нет, а под ногами не паркет, а в основном вода. Но согревает нынче нас этот смешной и странный вальс, и вопреки всему горит наша звезда. Но согревает нынче нас этот смешной и странный вальс, и вопреки всему горит наша звезда. Спасибо. Спасибо большое. Но, вы знаете, так вы поете хорошо, что я все-таки еще одну песенку вспомню, биографическую. Но ее историю я узнала, я тоже досчитал, что это такая народная, студенческая. Я узнала от Дмитрия Антоновича Сухарева из его антологии авторской песни, где он эту историю описал. Оказывается, поэт Михаил Светлов иногда писал музыку для своих стихов, для домашнего использования. И вот однажды его друг Михаил Львовский, у которого было задание
написать какую-то героическую такую про строителей коммунизма песню для какого-то фильма, и он написал стихи. Михаил Львовский услышал эту песню. А песенка у Светлова называлась «За зеленым забориком», и звучала она вот так вот. Он ее сочинил, чтобы показать, что такое составная, сложно-составная рифма. Песенка была такая. «За зеленым забориком ты не можешь уснуть, уж вечерняя зорька начинает свой путь. Я измученным лицом яснею, может быть, увижуся я с нею. Может быть, тогда до вечера будем мы бродить доверчиво». Еще два таких же нежных куплета сочинил Михаил Светлов вот к этой, в этой домашней песенке. Так вот, Львовский со своими героическими стихами услышал эту песенку от друга и соратника и понял, что вот она, мелодия для его героической песни. Попросил у Светлова взаймы эту мелодию. И что из этого получилось, вы сами знаете. Получилось два канонических куплета Михаила Львовского с музыкой Михаила Светлова. А к этим каноническим куплетам уже студенты разных вузов досочиняли свои. Я не знаю, где встретиться нам придется с тобой. Глобус крутится, вертится, словно шар голубой. И мелькают города и страны, параллели и меридианы. Но нигде таких пунктиров нету, по которым нам бродить по свету. Знаю, есть неизвестная широта из широт, где нас дружба чудесная непременно сведет. И узнаем мы тогда, что смело каждый брался за большое дело. И места, в которых мы бывали, люди в картах мира отмечали. Кто бывал в экспедиции, тот поет этот гимн. Его по традиции мы считаем своим, потому что мы народ бродячий, потому что нам нельзя иначе, потому что нам нельзя без песен, потому что мир без песен тесен, потому что мы народ бродячий, потому что нам нельзя иначе. Такая моя программная песня, визитная карточка, конечно же, песенка Ады Якушевой. Ты мое дыхание, утро мое, ты раннее, ты солнце жгучее и дожди, всю себя излучаю, стану я самой лучшей. Ты подожди, по такому случаю ты подожди. Подожди себя-то я, самой красивой стану я, стану самой умною и большой.
передаем эту песню тропою. Я тогда им эту песню пропою, что ты мое дыхание, утро мое ты раннее, ты солнце жгучее и дожди. Всю себя измучаю, стану я самой лучшей. Бокал посиняк. А вы сидите и не выпивайте. Выпейте уже свое здоровье. Спасибо. И Богданова, пожалуйста, напоите. А то он пришел. И накормите Диму Богданова. Пожалуйста, накормите его и напоите. Ему еще петь во втором отделении. А, ну вот, знаете, тем не менее, великолепный женский хор. Мужчины, видимо, еще стесняются, а может быть, у них голоса не так поставлены, как вот у сидящих здесь девушек. Поэтому сейчас вспомню народную женскую песню, которую написал на самом деле мужчина лет это 60 уже, наверное, назад. Учился он вместе с Дмитрием Антоновичем Сухаревым на биофаке МГУ. Генш Ангин Березовский. Ты стоишь у окна, небосвод высокий светит. Ты стоишь и молчишь, и не знаешь от чего, потому что опять он прошел и не заметил, как ты любишь его. Потоки не только авторской песни. Это моя бабушка, у которой был совершенно замечательный звонкий голос такой народный. Она лихо очень пела всегда русские народные песни и старые советские песни и романсы. Я до сих пор на самом деле жалею, что какие-то вот
ушедшие уже песни, которых никто не помнит, я не записала. Бабушка была в кладезе, в энциклопедии этих песен, и я не записала их слова. Думаю, а, ну потом запишу. И так и не записала. И сейчас не могу их воспроизвести, не могу некоторые найти. Но какие-то из этих песен во мне остались, и благодаря бабушке я полюбила очень многие песни старые советские, из старых советских фильмов. Полюбила песни благодаря папе из всякой разной зарубежной эстрады. Поэтому я сейчас вот два таких примерчика из своего, вот своих других музыкальных потоков хочу проиллюстрировать и спеть одну песню в память о моей бабушке, потому что она ее очень любила, а вторую песню в память о моем папочке. Ну вот сначала бабушкина. На крылечке твоем каждый вечер вдвоем мы подолгу стоим и расстаться не можем нами. До свидания скажу, возвращусь и хожу. До рассвета хожу мимо милых окошек твоих. И сады, и поля, и цветы, и земля, и глаза голубые, такие родные твои. Ни от солнечных дней, ни от теплых лучей расцветают от нашей горячей и светлой любви. Если надо пройти все дороги и пути, те, что к счастью ведут, я пройду, мне их век не забыть. Я люблю тебя так, что не сможешь никак. Ты меня никогда, никогда, никогда разлюбить. Я люблю тебя так, что не сможешь никак. Ты меня никогда, никогда, никогда разлюбить. Ты меня никогда, никогда, никогда. Как я уже сказала, я приобщилась к зарубежной эстраде, причем к самым разным ее проявлениям, от французского шансона до еврейских народных песен в исполнении сестер Берри. Это, кстати, до сих пор остается моим самым любимым дуэтом, вот этот дуэт сестер Берри. И когда папа мой работал журналистом на радио долгое время, и у него был такой магнитофончик-репортер, на этих пленках вот это все звучало. И авторская песня, кстати говоря, тоже звучала на этих пленках. И Галич там звучал, и Анчаров там звучал, и Акуджава, безусловно. Но помимо вот авторской песни, я слушала там и всякую другую музыку, которая, часть которой была еще широко неизвестна у нас в то время. Это было мое детство. Я эти пленки заслушала до дыр. И сестер Берри я слушала с огромным удовольствием, в общем, не понимая ни слова, потому что я на тот момент не знала ни идыша, ни английского. Сейчас немного изменилось, я знаю только английский. Вот. А на тот момент, ну, были непонятные слова, но была совершенно потрясающая музыка, которая вот в меня проникала. А потом появился у нас черно-белый телевизор дома, как у многих. И я посмотрела черно-белый фильм «Юность Максима» и услышала там знакомую мелодию, которую пел Борис Чирков. Это была мелодия из моего детства. Слова были на русском, и пел он про какой-то шар, который крутится, вертится. Я вот
помню свою ассоциацию, я думала, что же это за шар такой? То ли это глобус, который никак не шмякнется ему на голову, то ли еще что-то. Клянусь, это дословные мои такие вот юношеские ассоциации были с этой песней. Я до сих пор не понимаю, какой такой шар крутился у него над головой. И вот хочет упасть, и никак не упадет. А потом, когда я уже училась в Московском университете, я начала докапываться до правды. И докопалась, что песенка с этим содержанием на самом деле была и у сестер Берри, только вот на двух других языках. И записана она была еще в сборнике еврейского фольклора аж 1819 года. В общем, корней много. И в польском языке есть этот же сюжет. Сюжет был распространенный, но единственная разница была в том, что там был шарф, а не шар. Ну вот. Потом я взяла и решила эту песенку тоже спеть. И все-таки она у меня называется «Шарф голубой». Крутится, вертится шарф голубой, крутится, вертится над головой. Крутится, вертится, хочет упасть, кавалер башню хочет украсть. Крутится, вертится, хочет упасть, кавалер башню хочет украсть. Где эта улица, где этот дом, где эта барышня, что он влюблен? Вот эта улица, вот этот дом, вот эта барышня, что он влюблен. Дальше сестры Берри идут. Заявкам еще одной песенкой, которую сочинили люди, принявшие непосредственное участие, как я считаю, в моем воспитании. Это Виктор Семенович Берковский, Булат Акуджава и герой песни того и другого Зиновий Герд. Божественная суббота. Дядя Зяма Герд жил в соседнем подъезде в нашем доме пятиэтажном, тогда еще на улице Телевидения, когда нас выселили с Арбата.
И у меня есть книжечка, которую мне подарила его супруга, тетя Таня. Мы были детьми, мы ходили друг к другу в гости. С детьми, в смысле, вот его дочка и я. Дядя Зяма устраивал нам роскошные праздники детские. И я получила в подарок книжку от тети Тани, которая написана, она называется «Зяма, это же герб». И дарственная надпись «Галочки Хомчик», которую герой этой книги знал крохой. Это правда. «Божественная суббота» или история о том, как нам с Зиновием Гертом в одной из суббот не было куда торопиться. Виктор Берковский, «Была так уж жара». Божественной субботы хлебнули мы глоток, от празднеств и работы закрылись на замок. Не суетная дама, ни улиц мельтешня, нас не коснутся зяма до середины дня. Как сладко мы курили, как будто в первый раз на этом свете жили, и он сиял для нас. Еще придут заботы, но главное в другом. Терпкий вкус знаком. Та-д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 а. Уже готовит старость свой непременный суд. А много ли нам досталось за жизнь таких минут? На пышном карнавале торжественных невзгод мы что-то не встречали божественных суббот. Ликуй, мой друг сердечный, сдаваться не спеши. Пока течет он грешный, неспешный мир души. Дыши, мой друг, свободы, кто знает сколько раз. Еще такой субботы, еще такой субботы, божественной субботы наш век подарит нас. За всех приятного аппетита, небольшой антракт. Спасибо большое. Спасибо. 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 Сейчас я...